Радостные юные лица, новые знания и красивые поделки, которые дети заберут домой. В эти выходные в Рязани проходят уникальные мастер-классы для детей, на которых можно не только научиться чему-то новому, но и, к примеру, узнать историю возникновения пряника перед тем, как его украсить. Мы всегда рассказываем историю возникновения пряника. Она, оказывается, очень богата, даже обычный человек не подозревает. Разные виды пряников, сколько бывает вкусов. И вообще, оказывается, мы даже не знаем, откуда появился пряничный мальчик. Дети с удовольствием слушают познавательные истории и вместе с тем изучают новые для себя техники декоративно-прикладного искусства. Разукрашивать пряники – это очень интересно и познавательно для ребенка. Потому что есть разукраски, а здесь прям настоящие, можно их скушать. Мне здесь понравилось, потому что я здесь узнала что-то новое. Узнала то, что из простых вещей можно сделать игрушку, которую дом будет украшать, как бы сказать. Вот. И еще, что можно рисовать на воде. Интересно и просто впечатление большое. Мастер-классы начались 14 февраля в художественной галерее торгового центра М5 Молл. Многие пришедшие сюда знали о мероприятии заранее. Их пригласили организаторы, представители благотворительного фонда «Спасибо маме за жизнь». Другие родители пока только знакомятся с деятельностью организации, которая уделяет большое внимание матерям-одиночкам и многодетным семьям. Вообще очень хорошо, на самом деле, что есть такие организации, которые обращают внимание на многодетные семьи, у меня трое детей. Такие мероприятия очень важны, я считаю, потому что и семьи обобщают, и поддержка все равно нужна, потому что с детьми на самом деле надо куда-то на интересные мероприятия ходить. Видим, как детям интересно, как они заинтересовались, как они танцевали, как они рисовали. Нам надо было время как-то провести, и так удачно. Для общения с молодыми семьями фонд использует современные средства. Обо всех мероприятиях можно узнать в социальных сетях на страничках фонда «Спасибо маме за жизнь». Туда же можно отправить свое обращение, если вы попали в затруднительную ситуацию. Помощь семьям с детьми могут оказать и сами рязанцы. Помогать сейчас легко, и делать это может каждый при помощи своего смартфона. Просто отправь смс на короткий номер 3434 с текстом АК, пробел и сумму, которую ты готов пожертвовать. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка и будет песенка. Я помогаю. Фонд «Спасибо маме за жизнь» образовался полгода назад при поддержке партнеров. И сейчас берет хороший старт для развития сразу в нескольких направлениях. Стоп-аборт, семейные ценности, многодетная семья, доступное жилье – тоже очень хороший проект, который сейчас в разработке. Это совместное строительство жилья на селе. Семейные ценности – это как раз агитация и пропаганда. Семьи, здоровой семьи, полной семьи, где мама, папа и ребенок. Праздник «Совместные выходные», приуроченный к семейным ценностям, продолжается. Вас ждут конкурсы для детей и взрослых. Самые отличившиеся получат призы. Посетить мастер-классы могут любые семьи 15 и 16 февраля с 3 часов дня до 7 вечера в торговом центре М5 Молл. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».